если не ошибаюсь, они, наверное, не только для красоты, они еще дают какой-то, ну, доход побочный, яйца там, мясо. Но это не доход. Во-первых, каждому в рацион, тому же медведю, рысью, да, там, другим животным в рацион положены яйца. Вот они несут на дети. Дальше. Когда принесли... Помогают друг другу. Ну да, дальше. У нас, скажем так, приносят медведи. Мы принесли у нас нашего, видели, маленького, да, малый белый лебедь, так называемый. В неволе он никогда не содержался, он был на воле. Есть кобякур, он не умеет. Ходить ему, собирать его пищу непосредственно, извините, я не пойду, никто не пойдет, да и таких условий не понял. Соответственно, надо приучить к тому, что он будет у нас. Вы видели, что кобякур, мешенка, вот, ну, вот такое. Для этого у нас была так называемая посадная лучка. Видите, вот они бегают. К нему подсаживается тот, кто... Та животное. Птица, да,